Выпуск этого видео я согласовал с аудиторией своего паблика. Поэтому, если хочешь принимать какое-то участие в жизни этого канала, то подпишись на группу. Спасибо. Куда ни пойду, всюду вижу его. Спасибо за возможность поснимать паука. Жирск. Барен, ты, да? Кстати, если что, как только можно было костюм, сразу Рэйми ставим. Блять, я обосрался. Я под эту хуйню каждый день на работу езжу. Иди, Жирск. Да подожди, рановато. Значит, ситуация такова. Я нахожусь на Times Square. Человек-паук, если ты не придешь, я всем расскажу, что ты Питер Паркер. Отвечаю. Все, у тебя есть последний шанс. Я жду тебя. Да, хуй, фиг же подождет. Я его 20 раз арестовывал. Сука, живой? Пока. Нет, типа чувствуется тяжесть удара. Вот типа замаялся и говорит, что ты пиздишь. Ты чё, блять, упал, я к тебе даже не подошел. Слишком быстрый! Просто бежишь? Чел говорит, он слишком быстрый. А ебать! А вы Фиска видели вообще? А, да? Он по-своему попал! Красава. Чел, я тебе захуяю. Отдай сало! Сало кому отдай. Сказала отдай? Нет! Маленький кусочек! Тихо. Они друг друга перехуяют, если чё. Не перехуяют. Ого, опять по-своему. Подожди. Я хочу так пройти эту миссию. Принесли мы своих... Ой, ты чё, хуя? Лысая хуйня. Ой, отдай сало. Кретины, вот, блин. Так, что насчет поцелуя? Барен, засосемся? Да, блин, работает, нет? Так, еще сразу костюм Рэйми. Есть! Есть контакт! Есть контакт, хорошо. I'm alive. Подожди, включи на фоне Рэйми. По-моему, у тебя радости полные штаны. Тебе не кажется. Док испытывал новые материалы для протеза. I'm alive! Вот это Хохланд, вот это я понимаю, это я верю. Не, на русском прям вообще кайф набрать. Аж ушки радуют. Ну сейчас лететь и кайфно слушать Джей Джона, а не читать. Так все, ебать, не завали. Как прям Джей Джон слушать, ладно, ебать, не завали. О, нифига. Интересно, сколько таких по всему городу? Да хуя и больше, брат. Шеф никогда не понимал копа-паука. Считала его диким зверем. Привет, Нью-Йорк! Новый костюм, старый добрый я! Same old me. New suit, Seldel... Блять, Seldel... Сука. Все, не хватит. Только дай! Так. Подожди. Подожди. Ну, есть Хохланд, да. То, сначала Тобик, не еб... Ладно. Сначала... Сейчас я это выясняю. Ебать, табэк. Похоже, может сработать. Блин, как у него паук на спине, балдежный. Угу. Шикарно. Охуительно. Так, поехали. Ты куда, блин? Нихуя стелс. Пока. Ну, стелс, чё? Выключаем. Давай. А вы бываешь Хохланд, смог бы, блядь, выдержать, блядь, очередь из автомата? Нет. А Тобик могёт. Смотри, что Тобик могёт. Е. Через нее. А,
Осуждаю. А Холланду такого нельзя, сейчас другое время. Артур, ему тогда можно было пить кого угодно, даже тёлк можно было пить. Осуждаем. Давай, я Спайдермен. Чисто Тобик, понял, без гаджетов. В наше время такого, блядь, не было. В наше время был Тобик и его паутина. А ты куда, блядь? Так, давай, ебать Тобик. Тобик, ебать! Тобик! Тобик, ебать! Тобик, к ноге. Тобик, ебать! И дефо такой, в смысле, я же здесь, блядь. В смысле, Тобик, ебать? Теперь тут чисто, капитан. Только все в паутине. Ну, не похож на киношный, типа, по форме тела. Но он не такой тощий. Да, у него голова какая-то другая, мадам. Хотя вроде бы та же, но другая. Сука, как живой, но сука не живой. Полурак, полухуй. Это же принадлежит... Стоять! Платили за все стоять? Сегодня правительство нам не дает, блять, гей-веб-сайт, а завтра не будет бандаж. Мэр Тобик. Блять, хотел бы себе такого мэра. Я говорю, фрироми, бери кого хочешь, но на квест обязательно Тобика. О, краска. Ебаная краска, блядь. Как кайфно. Зашел на 15 минут полетать, называется. Уже пятую часть игры прошел. Оп, о, ЛГБТ. Одобряю. Одобряем. Ебать, чё? Я не знаю, ультимейт мувы. Вот и шедевр микса сосал, блядь. Рада тебя видеть. Хотя нашу встречу я представлял иначе. Я представляла именно так. Итак, давайте в последний раз. Где был? Работал, закрыл сессию, отдыхал. Очень скучал по вам, вы просто не представляете. И мне больше всего интересно, как вы проводите это лето и как относитесь к подобным видео. Напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях. Стоит ли продолжать делать что-то подобное в будущем, хоть в виде исключений. А так, спасибо за просмотр. Очень рад, что вы остаетесь со мной. Не забывайте делиться этим видео с своими друзьями и до скорых встреч.